Зажигайте вместе с нами вечеринкам Music Box спать уже более 5 лет. И в эти выходные Москва в очередной раз отрывалась под горячие хиты наших звезд. Главное не номинации, а главное концерты сольные. И когда люди с тобой плачут, смеются и поют песни. Номинанты станут известны уже 19 сентября. Сама же премия пройдет через 2 месяца после объявления в Государственном Кремлевском дворце. Это наш победитель рубрики «Лаки Бокс» Катя. Привет! Расскажи, пожалуйста, что ты спела? Случайно ли ты выбрала эту песню? Ну, на самом деле, я пыталась убить 2 зайцев одновременно. И вот хотела попасть сюда, на эту крутую вечеринку. И спеть песню для любимого дурака, который вот... Ну, в общем, 2 зайцев я убила, я уже здесь, 1 точно. 2-го, я думаю, тоже. А я любила тебя, дурак, но бой окончен, белый флаг. А я любила тебя. Ну что ж, мечты сбываются. Катя хотела посмотреть на Юлию Савичеву и вуаля. А тем, кому не попался счастливый билет, расстраиваться не стоит, ведь это только начало и все самое интересное впереди.